Так, приветствую с вами, друзья и гости канала. Всем огромный привет. Сегодня 1 мая, поэтому я вас поздравляю с этим прекрасным праздником. Мир, труд, май. Ну и раз праздник называется Мир, труд, май, соответственно, мы сегодня немножечко с утра потрудимся. Ну, во сколько? 7 утра. Пока Надя спит, да, есть время вам кое-что показать. Итак, как вы знаете, да, у меня давно была мечта, ребят, купить себе жилье. У меня был четкий критерий, это 100 квадратных метров. Ну и, конечно же, я хотел, чтобы был дом более-менее нормальный, чтобы все примерно были одинакового достатка и так далее, да, чтобы не было такой сильной разницы и так далее. И, в общем, я начал искать себе квартиру. И вчера ко мне приехали клиенты, у которых запрос был аналогичный. Лимит был 10 миллионов, нужно было 100 квадратных метров. И при этом нужно было, чтобы было что-то более-менее нормальное. По итогу мы все проехали, и на обратном пути, не знаю зачем, просто уже как бы взяли, выбрали Триумф для себя и просто тупо заехали вот сюда. Центральный район, улица Высокогорная. И они посмотрели всю эту красоту и сказали: «Макс, нафиг нам квартира, когда можно купить здесь шикарный дом хай-тек с облагороженной территорией и за относительно недорогие деньги». Итак, что мы с вами, ребят, имеем? Ну, смотрите, да, вернемся. Во-первых, это коттеджный поселок, да, который будет сдан в конце этого года. Все домики в стиле хай-тек, как вы любите. Все домики располагаются от 3,7 до 4,2 сотки земли. Ну, получается, 4 сотки земли. В принципе, нормально. Эти дома можно оснастить тем же самым бассейном, но об этом чуть попозже. Давайте пока я вам покажу вид, пока я вам покажу, что здесь делается и так далее, покажу, что здесь сделали, начиная с 1 марта за один месяц. Итак, мы находимся с вами в самом верху. Здесь у нас третья линия, она самая дорогая, потому что вы видите, какой здесь просто потрясающий вид. Я думаю, что камера не может передать, но реально вид здесь просто бомба, ребят, просто бомба. Вот здесь по периметру делаются опорные стены, как вы видите, да, сваи здесь от 10 до 12 метров, будет такая опорная стена, и в целом будет все очень даже хорошо. Теперь, что касается верхних домов. Верхние дома, они самые дорогие, они стоят почти 14 миллионов рублей. Почему такая цена, не знаю, может, потому что просто обалденный вид, особенно если мы возьмем с вами вот этот самый крайний, да, посмотрите, да, вид мало того, что вот здесь на море, еще и вот здесь имеется вид. Ну, как бы я считаю, что верхнюю часть не рационально брать, но есть еще вторая линия и есть еще у нас первая линия. Вторая линия чуть-чуть подешевле, чем третья. Они стоят 11500. Ну и, конечно же, первая линия, они сейчас по акции идут 9 миллионов 950 тысяч. Именно вот такой вот коттедж купили мои клиенты вчера. На данном этапе здесь продано 4 коттеджа. И сегодня мы сюда приедем с Надей. Приедем с Надей смотреть. Я ей все-таки хочу продать ту идею, что это супер, это классно. И надо вместо квартир попробовать взять именно дом. Тем более условия для покупки более чем шоколадные. Смотрите, ребят, вот здесь будет заезд. И, соответственно, вот по эту сторону располагается у нас вторая линия. А вот по эту сторону будет располагаться третья линия. А вот между ними дорога. К нижним, да, к первой линии заезд идет с основной трассы. Все, здесь, надеюсь, тоже понятно. Вторая линия 11500. Ну, в принципе, во второй линии больше всего и куплено. Там куплено 3 дома. И, соответственно, вчера мы оформили еще один дом, который в первой линии. Сейчас мы спустимся к первой линии, потому что она самая доступная. Я думаю, вам будет интересно. Потому что я себе тоже пока на устную бронь поставил. Только, получается, поставил... Вот сейчас покажу, какой домик. И сейчас кто-то скажет: вот что, опять? Да, ребят, да, опять.
Опять. И ничего страшного. Если Надя даст добро, значит, мы здесь будем покупать. Потому что пересмотрел я все, начиная от Гулливера, заканчивая Бочаров Маяк и тому подобное. Пересмотрел все, что можно, не можно. За 10 миллионов нормальную квартиру не купить в черном варианте. 100%. То одно будет не устраивать, то дебильная планировка, то там коммунальные платежи, что там просто там без трусов можно остаться, то еще что-нибудь. Все пересмотрели. Все пересмотрел. Я и сам лично занимался, везде мотался и смотрел вторично. И тому подобное. И здесь я сделал определенный вывод. Да, кто-то скажет, вот опять там с целью там продаж. Да мне без разницы, что вы скажете. Я вообще по барабану как бы. Вы говорите, да, вот это все там по поводу Радужного. Да, но зато в Радужном вот сейчас, вчера у меня приехали, да, уже замерили кухню. Да, через 2 недели у меня будет кухня готова, полностью будет обустроена. И ко мне будут приезжать друзья, я просто буду давать им ключи. И они смогут остановиться у меня в Радужном. Да. А если Надя захочет заниматься бизнесом и захочет сдавать, пусть она сдает по барабану. Сейчас в июне месяце жилой комплекс «Кватер», который брал в рассрочку, да, сдастся. И, соответственно, я считаю, что это было одно из лучших моих приобретений. Хотя все, что я купил, все в цене поднялось. Да, если мы берем с вами «Радужный», то цена поднялась на 2 миллиона рублей за квартиру буквально за 7 месяцев, за 8 месяцев. Если мы берем с вами жилой комплекс «Кватер», цена поднялась на квартиру на 2 миллиона рублей, 300 тысяч, да, за это же время и так далее. Поэтому здесь я тоже считаю, что во всяком случае, если вдруг что-то не пойдет и так далее, то коттедж в коттеджном поселке продать гораздо легче, чем один настоящий дом. И вы это прекрасно понимаете. Поэтому, ребят, давайте продолжим дальше. Как это все выглядит? Я, конечно, приложу у вас фотографии, картинки и тому подобное. Как это выглядит? Вот оно, идет основание. Здесь же у нас подразумевается бассейн, озеленение территории. А вот здесь, вот между вот этими двумя домами, сама посадка дома будет находиться вот здесь, вот он, посадочка дома. Да? Здесь вот у этого участка крайнего, у него 3,8 земли. Вот здесь будет заезд под 2 автомобиля с этой стороны, 2 автомобиля с этой стороны. И тем самым получается, заезд будет именно снизу. Я продал самый крайний себе пока на устную бронь, поставил вот именно вот этот участок. Вот такой будет у меня вид. Вот, потому что вот примерно вот окна будут здесь, да, вот такой у меня будет вид. Опять же, он будет посажен выше на метр. Я думаю, меня устраивает. По поводу этих проводов сейчас многие спросят. Эти столбы убираются, да, провода будут нормально. Это уже все согласовано. Техусловие я смотрел. Этого бардака с проводами не будет. Теперь, что касается площади дома, ребят. Площадь дома, конечно же, здесь 130 квадратных метров чистой площади. Что значит 130 квадратов? Дом идет размером 6,5 на 10. Соответственно, каждый этаж 65 квадратных метров. В итоге мы здесь имеем 2 полноценных этажа. И мы имеем с вами эксплуатируемую кровлю. Но кровлю мы считать не будем. Хотя там будет все сделано, все будет красиво, все будет потрясающе. По итогу что мы получаем? Мы получаем 130 квадратов без балконов, без ничего. Это полезные площади. Да? И получаем еще 65 квадратных метров. Это эксплуатируемая кровля. Но я не хочу обманывать своих клиентов, поэтому я просто им говорю 130. Потому что эксплуатируемая кровля я вообще не считаю. Зачем вообще прибавлять? Это идиотизм. Посмотрите, как здесь классно. Поэтому, ребят, получается 130 квадратных метров. Внизу по плану кухня, гостиная. Наверху, конечно же, 2 спальни. Кто-то, может быть, захочет 3 спальни. Ну, я считаю, что чтобы 3 спальни было наверху, это нужна площадь 2-го этажа, как минимум, получается, квадратов 100, но не 65. Это мое оценочное суждение. Поэтому я считаю, что наверху должны быть 2 спальни. Теперь, что касается дома, да. Когда мы с Надей смотрели дом в стиле хай-тек 208 квадратных метров, она сказала, что это слишком много и тому подобное. И, в принципе, она была права. Большинство моих клиентов сейчас запрашивают частный дом от 100 до 140 квадратных метров. Поэтому я считаю, что 130 квадратных метров жилой площади – это идеальнейший вариант. И это просто находка. Теперь давайте мы с вами пообщаемся на такую тему. Да? Что будет входить? Ну, во-первых,
9950 – это дом, это будет сделана эксплуатируемая кровля, это будут окна, да, это будет дверь входная, это будет парковка, будет полностью здесь сделана, и, соответственно, будет посажены деревья, будет озеленена территория. Вот с этой стороны, где сейчас стоит сарайчик, здесь будет детская и спортивная площадочка для этого коттеджного поселка. Здесь всего лишь 15 коттеджей. И, в принципе, если вы 300 тысяч доплачиваете, то у вас будет бассейн, и, помимо всего, здесь у вас еще будет все в плиточке. Это, получается, на 300 тысяч будет дороже. Это первое. Второе. Здесь будет закрытая территория. Соответственно, здесь вот у этих нижних домов будут еще ворота сюда входят, да, будут стоять, чтобы могли машину поставить и закрывать. А наверху, получается, там будет у нас шлагбаум. По поводу коммунальных платежей, вы платите только по счетчикам. Это свет, вода, газ, ну, соответственно, канализация. Здесь, в отличие от других коттеджных поселков, центральная канализация и, соответственно, здесь у нас газ. За газ доплаты никакой нет, каждый дом будет газифицирован. Теперь каждый из вас спросит: Макс, как оформляется? Оформляется очень-очень даже просто. Ну, во-первых, первый взнос идет 50%. К примеру, если домик стоит 10 миллионов, первый взнос у вас 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей вы вносите, на вас оформляется участок. Участок уже размежован, на каждый участок есть отдельное право собственности. Все участки уже размежованы. Соответственно, на вас оформляется участок, чтобы вы понимали, если кто-то соображает недвижимости, да, особенно риэлторы у меня многие смотрят, они знают, что в этом районе участок земли стоит сейчас 1 300 000, 1 400 000 за сотку. Поэтому на вас оформляется земля, вы уже, в принципе, как бы ничем не рискуете. Ну, реально, ничем не рискуете. Теперь, конечно же, кто-то из вас спросит: а дальше как? А дальше есть рассрочка. Что значит рассрочка? До 1 января 2020 года есть возможность сделать рассрочку равными платежами, либо... Аллергия на кого-то. В общем, либо равными платежами, либо же поквартально. Что значит поквартально? Давайте, что-то меня, блин, так отсвечивает. Давайте, секунду. Что значит поквартально? Соответственно, можно раз в 3 месяца, раз в 2 месяца вносить определенные суммы. Теперь следующий вопрос, да? Как это все оформляется? Земля вам передается от физлица, потому что земля на ИП не может быть зарегистрирована. Поэтому идет договор купли-продажи земли и, соответственно, уже договор подряда уже идет непосредственно с ИП. И там все прописано. Сроки, штрафы, прописанные условия и тому подобное. Надеюсь, с этим тоже понятно. Теперь по итогу, что мы имеем с вами. Мы имеем с вами домик хай-тек. 130 квадратных метров, эксплуатируемая кровля еще 65, кровлю полностью дают, там стекло, все как положено. Если вдруг нужен бассейн, плюс 300 тысяч, мы получаем с вами деревья красивые, мы получаем с вами подъездные пути, мы получаем с вами дорогу. В общем, все мы с вами получаем. И, в принципе, еще и возможность взять рассрочку. Такие условия меня устраивают. И теперь мне осталось убедить в этом Надю. Поэтому, ребят, если вдруг кто-то хочет взять себе по-настоящему хороший домик в стиле хай-тек, то я вам рекомендую присмотреться к этому коттеджному поселку. Теперь многие спросят: а как же здесь дорога, а как же то, а как же это? Ребят, здесь офигенная до этого коттеджного поселка дорога. В радиусе 1 километр 200 метров по периметру находятся 4 школы. Автобусная остановка находится прямо здесь напротив. Вот она прям. И в целом здесь есть все для того, чтобы комфортно жить, да? Многие из вас хотят вид на море, вот он вид на море. Многие из вас хотят, не знаю, там, автобусная остановка, без проблем. Многие хотят из вас хорошие подъездные пути,
все это тоже здесь есть. Многие из вас хотят, чтобы было очень много зелени, а это один из самых зеленых районов. И многие хотят получить не просто стены, а хотят получить именно, чтобы там было и зелень, там и детская площадка была и так далее. Это все здесь есть. Поэтому, ребят, если вдруг кто-то хочет купить, да, при этом по сути за этот домик нужно сейчас внести всего лишь 5 миллионов рублей, то обращаемся, с большим удовольствием помогу вам приобрести. Старт продаж открыт как месяц. Стройка началась в течение месяца. Продано 4 из 15. А дальше думайте сами. 4 продано из 15. Все, ребят, пока. Сейчас немножко полетаю на квадрокоптере. И все. И поеду монтировать видео. Пока.